Кретус, это я, Владус Шоколадус, и ты не поверишь! Майнкрафт обновился полностью! Ну, в смысле не Майнкрафт, а Майнкрафт Мани! Смотри, это полностью новый сайт, у них новый дизайн, офигительный дизайн, вы мне просто зафигачили личку ВКонтакте, вы мне писали в комментариях, что зайди, посмотри, что у них произошло. Я зашел и офигел. Давай не будем тянуть, я закинул себе сразу соточку на баланс, я не стал закидывать много, потому что мало ли что, но сотка на балансе — это самое главное, и у них появились новые кейсы, просто офигительные, это какие-то фирменные кейсы, потому что, смотрите, логотип, о какой, и кейсы, а вот какие. В общем так, давай, заряди меня лайками, заряди меня подписочками, и я готов открывать, я готов выигрывать, реально. Как ты знаешь, чем больше лайков, тем больше мне везет. Поехали, самый первый кейс, открываем, 24 рубля всего стоит, это вообще фигня делов, точнее 24 майникса. И давай попробуем сначала раскраску, будем раскрашивать, как все офигительно выглядит. Ты только глянь, реально очень классно, я советую тебе самому зайти и заценить. Вау! Вау! Мне выпал бронзовый нагрудник. Прикольно, прикольно. Вообще, текстурка даже другая. 30 майниксов я выиграю. Давай еще раз попробуем раскрасить. Потом будем крутить барабан. Так, пузырек опыта, алмазик и пузырек опыта. Давай, раскрашиваем призовой. Если, кстати, ты не знаешь тут правила, если тебе здесь ничего не выпало, значит 100% выпадет вот здесь. Все, типа, гарантированный приз есть. Чего? 9? Че так мало? Еще и кустик, блин. Я что, похож на нубика? Давай барабан, поехали. Оу, смотри, какой тут офигительный приз есть. Смотри еще раз, как выглядит этот кейс. И посмотри, как выглядит еще раз приз. Да они же одинаковые. Это фишка, я прочухал. Тут добавилась кнопка «Открыть быстро». Офигеть! Вот этого точно здесь не хватало, я просто хлопаю. Разработчики, вы просто красавы. Но сейчас я попробую просто крутануть, посмотрим, как оно чё мне выпадет и так далее. Давай посмотрим. О-о-о-о, и мне выпадает только арбуза. Ну, такое себе. Ну, но мне все равно нравится. Почему? Потому что это офигительная текстурка. Долька арбуза. Блин, здесь все очень прикольные вещи, на самом деле. Давай попробуем еще раз крутануть, а потом откроем быстро. Мне уже интересно, как оно работает. Давай, давай, что мне сейчас выпадет. Можно, пожалуйста, приз вот этот? Приз, приз, приз. Yes! 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 Лучше, конечно, 99, но да! Да, я первый раз выиграл вот эту вот буквочку М. Она, кстати, стоит 35, а кейс 24. Я уже, по-моему, купился, да? А, у меня баланс 98, я 2 рубля проиграл. Давай попробуем открыть быстро, а? А? Ваш выигрыш настал 99 майниксов. Yes! Вот что знаешь, Владус пришел на Майнкрафт Мани. Ну все, конец тебе, Майнкрафт Мани. Сейчас я буду реально выигрывать. О, чего я сейчас понял? Давай еще раз, один раз быстро откроем. О, снова буковка. И еще быстро. Это прям прикольно, потому что не надо тратить время, когда ты смотришь, типа, кому как, кому-то нравится, что барабан крутится, а кто-то вот хочет нажать кнопку и выпадет бронзовая броня. Я чё хочу посмотреть-то? Противостояние! Как оно выглядит? И... Просто вау! Просто... Я не знаю, у меня нет слов, серьезно. Это так офигительно смотрится. Это просто, я не знаю, реально, зайди сам и зацени. Вот просто я специально в этот раз ссылку оставлю. Зайди, зацени, посмотри, как оно вживую. На видосе это, наверное, не так выглядит, как это будет вживую. Сам потыкайся здесь, может, поиграешь даже. Но это реально круто. Знаешь что, давай так. Если вы хотите, а это значит, если вы поставите лайк, то я в следующий раз зарублюсь в противостояние с Нубасиком. Так что давай, с тебя лайк, с меня видос по противостоянию. Реально, если только вы хотите. Я очень хочу. Так что давай, поставь-ка свой лайк, потому что я реально хочу попробовать. Ну ты посмотри, какое оно классное. А что если противостояние вода против лава? А я не буду его смотреть. Я оставлю это тебе. Зайди сам и посмотри. Я не буду ничего палить остальное. Даю тебе задание зайти самому и потыкаться, поиграть и так далее. Так, чё, погнали, кейс изумруд открываем. Поехали. У, кстати, 787 тысяч игр на что? Просто прикинь, это все вы. Реально, 780 тысяч игр. По стандарту начинаем с раскрасочки. Вау! Голова жителя? Блин, здесь такие необычные призы прям. И 60 майниксов. При том, что я окупился. Сколько этот кейс стоит? 59, а. Я окупился на целый 1 рубль.
Ну, это не очень, да? Давай попробуем еще раз раскраску. Опа! 65 уже получше, да? Да! Yes. Давай покрутим с тобой барабан, покрутим изумрудный барабан. Поехали. О, ты видел там? О-о-о, сейчас ты заценишь, там офигительный 3D-шный изумруд. Вот он. Хоть бы он мне сейчас выпал. Давай, давай. Реально? 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 Yeah! 75 майниксов, 3D-шный офигительный изумруд. Yes! Это реально круто. Давай теперь покрутим быстро. Оп! Голова жителя. Оп! Печенька. Не, все-таки интересней следить, смотреть за тем, как крутится этот барабан. Давай, давай что-нибудь хорошее. Снова изумрудик? Да! Да! Yes! Неплохо. Моя окупаемость здесь сегодня очень хорошая. У меня уже 173 баланс. А вот мои изумрудики в лайфдропе. Смотрите все. Владус играет и получает офигительные призы. Ладно, давай уже пойдем дальше. Возьмем кейс подороже. Кейс алмаз. 97 майниксов. Надеюсь, из него что-то выпадает реально хорошее. Вот мы сейчас и проверим. По стандарту раскрасочка. Поехали. О-о-о, 135. Да, и тактика по диагонали. Yes! 135, я в акупе на 37 рублей. На 38. Неплохо, у меня уже баланс 211. Давай еще раз попробуем раскрасочку и... 290. Давай. У меня так резко поменялась эмоция, потому что ты посмотри. Голова Стива, ее тут, по-моему, никогда не было. Либо я не открывал какие-то кейсы. Но она прикольно очень выглядит. И приз... 69. Эй, ты че? Ты хочешь сказать, что практически 30 рублей я просто проиграл? Эй, давай тогда барабан. Давай крутить, поехали, что, давай. 290 можно. О, 155, 3 алмазных топора. Неплохо, неплохо. И баланс возвращается, и даже еще становится больше, 240. Нормально, я думаю, что пойдет. С этого кейса хватит, давай больше не будем открывать. Потому что, как мы знаем, хорошая выпала, лучше вообще вывести. Но... это же я. Я играю дальше. А вам советую лучше выводить. Когда реально хороший приз выпал, лучше его вывести. Серьезно, пускай останется тот баланс, который не жалко. Давай, кейс аметист. 139 майниксов. Ха! Я думаю, что он меня точно не обидит. Давай. Видишь, я уже по-умному играю, и как только мне хорошее выпадает, я просто ухожу с кейса. Вот и все. Либо открываю его попозже. И кажется, мне сейчас выпадет 115. А, нет, 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 нет. Книжка за 120. Хе. А, я проиграл. 20 рублей. Ладно, давай еще раз попробуем. Будем не останавливаться. 399. Да-да-да-да-да. Нет. Я уж обрадовался. Думал, реально. Ух ты. Наковальня. Прикольно. 115. Окей, барабан, давай. Ты меня не должен обидеть. Ты видел, какой там приз офигенный? А, остановись, пожалуйста. Я хочу посмотреть на приз. Вон, 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 вон. Летает. Смотри, смотри, смотри. Он мне еще сейчас выпадет. Нет. Это получается аметист. Самый настоящий. При том, что он стоит еще и 165. Окей, давай попробуем еще открыть быстро. Снова он. Это прям какой-то фарм начинается. Давай еще раз. 105. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка вернись ко мне. 150, и мне выпало... Да, смотри, снова эта фигурка выпала. Она есть в каждом кейсе, кажись. Фирменная буква М в каждом фирменном кейсе. Мне кажется, это реально очень круто. Давай еще раз его попробуем раскрасить. И, не выпадет мне эта фигнюлечка снова. Но зато выпадает лазурит за 115. Вот видишь, я начинаю здесь проигрывать. Сразу уходим с этого кейса. Оу, смотри, почему так? Кейс аметист 139 рублей, а кейс золотой 104. Есть ли тут какой-то подвох? Давай проверим. Что мне выпадет из золотого? Может быть, из золотого даже лучше что-то выпадает. Ух ты! Смотри, тут такая монеточка есть классненькая. О, она мне и выпала! Я при том, что окупился. Ага! Вау! Радужный алмаз. Неплохо! Слушай, парень, ты мне сейчас должен выпасть. Я тебе серьезно. Я серьезно. О, стой, стой. Какой порох за 80? Не-не-не-не, так не пойдет. Давай еще раз. Крутим барабан. Поехали! А если реально радужный выпадет, это будет прям... Не, можно мне вот эту фигурку, буковку М, можно мне, пожалуйста, пожалуйста? О! О! Давай!
ладно! Радужный алмаз! 450 майниксов! Что? Когда искал подвох Кейси, нашел офигительный приз. Че, серьезно? 450, прикинь, у меня баланс 500. Давай попробуем вывести с новым дизайном, попробуем вывести. Нажимаем кнопку «А вывести». Да, практически все точно так же, только все гораздо красивее. Пишем сумму 500 рублей, я буду выводить ее на Яндекс.Мани. И сейчас я напишу кошелек. Отвернись, говорю. И да, 500 в карман, а я пошел что-нибудь куплю себе.